Армении. Встречайте, Альбер Газарян! Итак, выход Альберта Газаряна. Боец, представляющий Армению, не имеющий поражений. На его счету 6 побед. 3 из них нокаутом, либо техническим нокаутом. 3 удушающими или болевыми приемами. С октября 2013 года является профессионалом Альберт Газарян. Пять поединков Альберт провел в Армении. И в марте 2016 года был участником турнира ОФС «Октагон Файтинг Сенсейшн 7». Тогда он выиграл болевым приемом у Константина Беспрозванного. Перспективный боец, у которого все победы досрочны, что, в общем-то, говорит о многом. Альберт Газарян шествует к октагону. Я Муртазов Руслан. Я представляю Республику Азербайджан. Альберт, надеюсь, ты научился держать удар. В этот раз тебе ничего не поможет. Один раунд, 5 минут, и можешь ехать домой. Ты больше не нужен. Мастерство как раз-таки. И жесткая атака Заряна. Забирает он шею. Ես հաղթանակը նվիրում եմ իմ հայ ազգին, իմ հայ զինվորներին, ովքեր այսօր պոստում կանգնած, մեր հողը ամուր պահեն, ես ձեր ցավը տանեմ. Ալբերտ Գազարյան!